Фантафильм представляет. Перевод и озвучка переводчика Russian Guy 27. Он вышел на улицу поиграть. Но так и не вернулся. Он уже прежде убегал из дому? Нет. На помощь! Нет! Хватит! Хватит! Фильм «Замерзшая жертва». Каждый четвертый норвежец проводит Пасху в горах. Сейчас ведутся поиски четырьмя поисковыми отрядами. Пропало в общей сложности 8 человек. Сообщается, что со вчерашнего вечера без вести пропала семья, состоящая из 4 человек. Из-за непогоды поиски крайне затруднительны. Двое людей без вести пропали в горах. Четверо лыжников считаются погибшими. Двое 30-летних людей так и не вернулись после восхождения на гору. Красный Крест и экстренная медпомощь Норвегии содействуют поискам. Предполагалось, что эти двое вернутся еще вчера днем. 50 человек ведут поиски в различных погодных условиях. Сообщается, что без вести пропало 110 лыжников. Сегодня утром начались поиски без вести пропавшего человека. И давно вы встречаетесь? Я бы не сказал, что встречаемся. Но обожаем друг друга. Обожаете друг друга? Ага. Дрочила. На склонах гор очередной прекрасный день. Солнце ярко светит, а из лыжников собираются целые толпы. Так что будьте готовы к длительным очередям. Но нам это не грозит. Да, должно быть отстойно. Взобраться на гору, спуститься с нее и отправиться за кружкой пива. Эрик любит расширять границы возможного, постоянно в поисках максимального выброса адреналина. Да, я люблю экстрим. Будет круто. А я и не жалуюсь. Посмотрим, когда приедем. Увидим. Микай, ведь будет здорово. Офигительно. Именно так. Офигительно. Да замолчите вы. Собираетесь вместе жить? Возможно. Нет, мы не... А у тебя, Мортон Тобиас, как у тебя дела на любовном фронте?
У меня поклонец хоть пруд пруди. Я и вот эта девушка поклялись друг другу вечной любви. Честно, мы занимаемся с ней сексом по много раз на день. Я занимаюсь сексом со своей близкой подружкой. А что такого особенного в этой горе? Особенное ждет нас на обратной стороне. Ну ладно. Готовы? Конечно. Тогда в путь. Вон к тому выступу. Подождите, черт бы вас побрал. Вот капуша. Заткнитесь вы. Ну так что, Янике? О чем это ты? Боязнь брака? Совсем нет. Эрик! Вы чудесно ладите. Знаю, но... Но что, если мы станем наводить друг на друга смертную тоску? Волков бояться, в лес не ходить. Чья бы корова мычала? Обожаем друг друга. Я просто не могу ему признаться, что влюблена в него по уши. Да неужели? Ужели? Ведь ты можешь признаться, да? Да, да, могу. Но вы идете, а? Идете? Да, идем. Мы уже дошли. Класс. Красотища. Оперный театр. Просто невероятно. Мортон Тобиас.
что случилось? А? Что случилось? Ты куда пошла? Ну что случилось? Что с ним? Думаю, что перелом не исключен. Черт! Мортон Тобиас, лежи спокойно. У меня есть запасная футболка. Давай, рви ее. Все хорошо, просто несущественный перелом. Надо вправить кость. Держи здесь. Держу. Просто расслабься. Ляж. Подойди ко мне, подложи сюда руку. Осторожнее. Осторожнее, извини. А теперь полегче. Поднимай. Мортон Тобиас, дыши, дыши. Возможно, будет немного больно. На счет 3, договорились? Готовы? 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 Раз. Ловит? Нифига не ловит. И у меня не ловит. Мобильники здесь не ловят. И как же быть? Мне вернуться к тачке. На это ушло бы слишком много времени. Его нужно отнести в укрытие. Я могу постараться добраться до селения. На это ушло бы не меньше времени. Вон стоят какие-то строения. Ну ты как? Держите его, а я пойду посмотрю. Янике, брось мне лыжную палку. Лови. Благодарю. Твою мать. Извини. Микал, можешь помочь нам? Туалет.
Нужно положить его и поднять ему ногу. Его можно положить здесь. Кладите его на стол. Осторожнее, осторожнее. Нужно найти, чем наложить ему шину. Ингун, разожги камин. Микал, найди спирт. А с чего ты раскомандовалась? А ты можешь предложить что-нибудь получше? Больно. Больно. Постарайся расслабиться. Я сейчас вернусь. Никто более утоляющих не находил? Ой, забыла. Я сейчас. Спасибо. Слава богу. Подойдет? Супер. Эй, лекарства и алкоголь, наверное, отлично помогут. Извини. Черт. Господи Иисусе. А это еще что за хреновина? Суперклей. Ничего другого я не нашла, но зато он быстро схватывает. Твою маму. Дыши, дыши. И что теперь будем делать? Не знаю. До тачки отсюда слишком далеко. Подождем до завтра. А можем ли мы с ним тянуть? Да, лучшее теперь позади. Ты хорошо постаралась. Мы останемся здесь до завтра. Прекрасная идея. Тогда давайте осмотрим дом, в котором мы оказались. Ага, идем, идем. Я подожду здесь. Эйрик. Куда он? Осмотреть достопримечательности.
Пустая комната. Здесь был пожар. Может быть, кому-то просто понадобился пожарный топор. Эй, посмотрите-ка сюда. Как стрёмно. Прикольно. Эрик, чего ты ищешь? Ага. Вот это. Вот это. Приветик. Не делай так. Знаешь что? А я здесь видел пустую комнату. Сможешь завести? Сейчас узнаем. Мы подождем. Я был выпускником школы, когда в последний раз я опьянел от ликера. А если быть точнее, то на уроке физики у мистера Гархольма. Ну, тогда у меня было разбито сердце, а не нога. Он спросил меня о планете Уран. А я ответил ему: «Черт, если бы я знал про планету Уранус, то мне не пришлось бы видеть ваш анус». А потом меня стошнило прямо в пенал одноклассника. Не шутишь? Шучу. Ты все это придумал? Ага. Ну ты и придурок. Пойду посмотрю. И что это было? Дверь открылась от сквозняка. Регистрационный журнал отеля. Вот сукин сын. Здорово. Я аж подпрыгнул. Ай да сукин сын. Эрик, молодчина. Идем посмотрим, что здесь да как. Смотрите, ничего лишнего не разгромите. Микал? Ингун? Нифига. Да, это правда. А вот и мой герой.
А разве ты не внесешь свой вклад, лежебока? Да, да, варежку-то прикрой. Отличный музон поставил. Я? Нет, я не диджей. Ее поставила она. Чувствуешь? Пахнет горелым. Кажется, пахнет отсюда. Только посмотри на это. Круто. Наверное, пожар начался здесь. Скорее всего, из-за курения в постели. Постоялец проснулся в панике, а языки пламени уже расползлись по всей комнате. До двери он не смог добраться, а промугу окна заклинило, ему пришлось разбить окно, а потом... А потом... Верно, топор. Некто выбил дверь и потушил пожар. Не исключено. Но когда это произошло? Почему здесь не сделали ремонт? Микал, кончай давай. Придурок, тебе это не сойдет с рук. Сквозняк. Ингун и Янике. Здорово, что мы не там, где горнолыжные подъемники и холодное пиво. То, что случилось в машине? А? Ну, насчет того, чтобы жить вместе. Не переживай об этом. Просто я не шучу. Скорее всего, мы просто утомили бы друг друга до смерти. Снежной дайкири. Янике, дорогая, тебе желтую интрижку или розовый рай? Хочу рай. Конечно, детка. А мы нашли вот такую вкуснятину. Коньяк 35-летней выдержки. И последняя рюмашечка достается нашему пациенту. Благодарствую, Микал. Ты великолепен. Его высочество Микал великолепный. Здесь ничего не написано о пожаре. Что? В этом журнале нет ни малейшего упоминания о пожаре. О таком не пишут в регистрационных журналах.
Спасибо за отличный отдых. Вот только жаль, что у меня загорелась постель, да и выжгло мне глаза. Вот уж эти хреновы туристы. Постойте, постойте, здесь что-то есть. Не оставляйте надежды. Мы знаем, что вы найдете своего мальчика. Значит, кто-то исчез. Это последняя запись. Больше записей нет. Никто не оставлял здесь записи с 75 года. Идиллия 70-х. Это фотка? Дайте заценить. Неа. Да ладно вам, дайте позырить. Неа. Гони сюда гребаную фотку. Эрик, давай. О, меткий бросок. И вправду, идиллия 70-х. Дай-ка посмотреть. Идиллия? Да это же пацан страшок, как смертный грех. Микал, ты не лучше. Нет, он красавчик. Про ногу не забыла? Ладно, ладно. Но он не урод. Да, Микал еще тот красавчик. А из-за чего вы подняли весь этот гвал? Никакого гвала мы не поднимали. А в подвале? Мы миленькие, невинные детишки. Миленькие ли? Господи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, чувак. Спокойной ночи, подруга. Спокойной ночи, Микал. Спокойной ночи, дядюшка Тобиас. Дядюшка Тобиас? Только после вас, мадам. Ви-ви, мосье Микал. Здесь прохладно. Я согрею тебя. Давай повременим с этим. Давай повременим, повременим до следующего раза, хорошо? А в чем дело? Слишком холодно. И это тоже, просто еще рано для этого. Ну хорошо.
Просто я подумал, что... Злишься? Нет. Я в полном смятении. Я не понимаю, чего ты хочешь. Чего я хочу? Ты мне нравишься, и ты это знаешь, так? Ты же просто играешь со мной. Динамщица, вот ты кто. Может быть, я хочу лучше узнать тебя. Кое-что ты уже предельно ясно прояснил мне. Но я же стараюсь. Быстрее давай. О, мать моя женщина. Смотри. Да не хочу я смотреть на твой член. Я не Кэр, смотри. И она тоже не хочет смотреть на него. Давай ты молча посышь, ладно? Посмотри, я не Кэр. Не буду. Микал? Здесь есть кто? Есть.
Сам доведешь его? Разумеется. Вы кого-то ждете? Или можно составить вам компанию? И почему я только не взял тебе ведерко? Потому что ты сам и есть ведерко. Не спится. Я не понимаю, чего она хочет. Сейчас она хочет этим заняться, а через минуту уже... Вдруг через минуту она уже просто не... Наверное, просто волнуется. И почему же? Что-то совсем не похоже на то, что я у нее первый. Нет? Хочешь сказать, что она еще ни разу... Она от тебя без ума. Это я знаю наверняка. Какой же я идиот. Она от тебя без ума. Просто иногда нам, девушкам, нужно немного больше времени, чем обычно. Ингун? Ингун? Извини за прошлую ночь. Я был... Я приготовил тебе завтрак. Фрукоста? Ну ладно. Оставлю здесь. Уверен, что тебе пора. Да, надо отправляться. Ладно. Салют, как все прошло с Ингун? Не знаю. Она оказалась не очень-то и разговорчивой. Привет. Приветик. Будь осторожен. Не переживай. Через пару часов мы выберемся отсюда. А потом мы с тобой расслабимся в одном из отелей долины. Только расслабимся. Мортон Тобиас проснулся. Эрик, удачи тебе. Спасибо. Не забывай. Ты тоже. Пока. Покеда. Приветик. Как самочувствие? Супер.
Еще одну. Такси уже в пути. Эрик пошел ловить его. Разбуди, когда он вернется. Она ничего не сказала? Ничего. Совсем ничего. Она даже дверь не открыла. Пожалуй, мне следует поговорить с ней. Генератор. Идем. Ингун! Есть кто? Кто-нибудь? Яннике! Ведь удалось запустить его. Конечно, но починил ты эту штуковину, Эрик. Ведь он здесь что-то крутил-вертел. А сюда можно долить бензин. А тут кто-нибудь есть? Куда же все подевались? Мало, да? Господи! Что здесь такое? Похоже на бюро находок. Зацени. Класс.
здесь кто-нибудь живет? Никогда не слышала про любителей хижин. Он вламывается в них и срет прямо там на полу. Возможно, здесь живет некто подобный. Микал. А вот та семья, которая была на фотографии. Трагедия повторяется. Посмотри. Отель из преисподни. Если это место уже закрыто свыше 30 лет, тогда как понять вот это? И все то, что разложено по полкам. И вообще все это. Ведь эти вещи не 30-летней давности. Давай выбираться отсюда. Твою мать. Алло? Кто там? Ингун. Радость моя. Микал приготовил тебе завтрак. Мортон Тобиас? Он безумно хочет поговорить с тобой. Все это было такой... Мортон. Помоги мне подняться. Господи, как же ты испугал меня. Я проснулся, а друзей не видно. И жрачки тоже не видно. Я объявил войну консервам, и вот я проиграл ее. Салют. Что случилось? Ингун.
А что с ней? Какого черта? Мы же здесь одни, ведь на многие километры никого нет. Что? Что это? Нужно убираться отсюда. Сюда. Постой. Быстрее. Быстрее давай. Подожди-ка, подожди-ка, давай. Что происходит? Некто живет в погребе и он коллекционирует вещи. Какие вещи? Явно не то, что постояльцы забывают, съезжая отсюда. Что же теперь делать? Ждать. Чего ждать, пока он и до нас доберется? Ждать помощи, которую Эйрик приведет с собой. Микал, можешь спокойно посидеть? Никто этого не услышит. Я слышу. Микал, прошу тебя, заткнись. Он же может заметить тебя. Сядь, придурок. Ну и где Эйрик? Мы ведь не можем просто рассиживаться здесь. А что, если им будет нужна помощь? Господи Иисусе, какой же ты придурок. Ты что-то вякнул? Ее уже покромсали на куски. Чего ты вякнул? Успокойся. Ладно. Я отправляюсь на ее поиски. Микал, ты правда думаешь, что она все еще жива? Я был в этом виноват. Зря я ее оставил одну. Постой.
Ингун. Ингун. Черт. Чего-нибудь слышно? Ничего. Открывайте. Пустите меня. Быстрее. Ну что там? Кого-нибудь видел? Этого мало. Расскажи нам, что там? Что это за куета такая, а? Что это такое было? Он без проблем мог бы выбить эту дверь. Нам нужно сваливать отсюда. Либо найдем себе лыжи, либо... А как же моя нога? Янике, мы же можем удрать отсюда. Он ведь все равно обречен. Должен быть другой выход. В жопу тебя. Он же огромный как дом. И с огромной киркой в руке. Янике... Мы можем спрятаться в другой комнате. Ну что ж, погнали. Если ты уйдешь, то у нас совсем не останется шансов. У нас и так нет никаких шансов. Михал! С нами ничего не случится.
Я не хочу умирать. А ты и не умрешь. Я оставлю тебя. Нет. Сейчас вернусь. Нет. Мортон, посмотри на меня. С тобой ничего не случится. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот, держи. Почитай пока. Постарайся запомнить все, что написано на этикетке, хорошо? Янике. Мне надо кое в чем признаться тебе. Я знаю, Мортон. Твою мать. Сукин сын. А вот это уже хорошо. Thank you.
Мортон, это я. Заряжена? Да, а еще я нашла Санни лыжи, идем. Он же схватит нас. У нас же есть дробовик. Да, но только с одним патроном. А что если промахнемся? Ты когда-нибудь стрелял из дробовика? Я знаю, что нам делать. Идем. Мы заманим его сюда и запрем дверь. А другого выхода нет? Думаю, что нет. Смелее. Готов? Что ты задумала? Если он вернется, дай мне знак фонариком. Привет. Приветик, Эрик. Что здесь творится? Надо выбираться. Где я? Надо выбираться отсюда. Я нашел твои ключи. Надо выбираться. Надо уходить. Немедленно уходить отсюда. Я не могу. Тогда оставайся лежать тихо-тихо. Не шевелись. Стреляй!
Сработало. Сработало. Ну что ж, уходим отсюда. Эрик остался там. Что? Эрик остался там. Эрик? Я не смогла вытащить его оттуда. Эрик? Какого черта? С чего это? Ну ладно. Что предпримем? Ирике, что сделаем? Выманим оттуда этого ублюдка и пристрелим. Хорошо. Дай мне дробовик. Я пристрелю его. Ладно. Я сама пристрелю его. Я не Кен. Я не Кен. Я не Кен. Постой. А ну не с места. Янике, уходи отсюда. Уходи, Янике, уходи. Ступай. Уходи отсюда, Янике. Ступай, Янике. Стой, где стоишь, ясно? Не с места. Я не шучу. Я тебе мозги вышибу. Не двигаться. Твою мать! Ah!
Нет. Перевод и озвучка переводчика Russian Guy 27. All my friends are dead. All my friends are dead.